Всем привет, ребят. Ну что, настало время очередной прокачки одного из, скажем так, востребованных и топовых героев. Решил сегодня прокачать на максималку вот такого вот Анубиса, Порочный пакт. Показывал я вам уже его с ракушкой. Довольно-таки интересный вариант. Но сейчас, в принципе, можно уже и Оленьку прокачать. Уже потестируем, пока думаю, где. Чем хорош порочный пакт? 150% урона, максимальный урон, который сейчас может быть. На девятке у него получается 190% уже. И получение входящего урона не 20%, а 15%. Вот такой вот Анубис. В принципе, он собран на максимальный дамаг. Грубая сила 8 стоит. Плюс победный выпад. То есть плюс 25% еще. Ну, тут он у меня собран разнобой. Я, в принципе, не заморачиваюсь над этим. То есть, такая вот сборка у нас собрана, в принципе, на максималку. Плюс 12 скилл. Дамажит довольно-таки неплохо. Поехали сейчас здесь потестируем. Ну, и потом пройдемся по всем локациям с восьмеркой. Ну, как видите, в районе 3 миллионов выскакивает. Может даже и больше, по-моему, 7 дракона только что прилетело. Да, 7 миллионов. Вот так вот. Это без бафов. То есть бафов сейчас на нем нет. Давайте сразу же с магию возьму. И потестируем его. Правда, ему лучше, конечно, железную, но хотя бы попробуем. Например, на 5-10 посмотрим. Ну давай включайся. Видите, да. Не может просто тупо встанет, стоит. Ладно, сейчас уберем, поставим ему отстану. В принципе, нам ангел и не нужен с магией. В принципе, вся суть. Правда, у нас нету отхила. Интересно, даст черепу включиться или нет. Так, собираете себе одного Анубиса, потом выпускаете всех обычных героев. Так, поехали еще на семерке тестанем. Кстати, 7-10 интересно будет посмотреть. Вот посмотрите, что он делает. Просто жесть. Можно, в принципе, ему тут поставить вместо слона, попробовать. Ну, цепелин, наверное, не снесет, а вот феникса, как вариант. Ну, то есть, такая вот сборка, как видите. Вроде урона у нас хватает с головой, то есть, больше урона ему все равно никуда не надо. Он без бафа просто вытаскивает все. Вот у нас остался там один ронин. Он его снесет. Все. То есть мы утащили всех героев. Давайте еще здесь достанем.
Тут уже у нас, кстати, есть башенки. Ну, смотрите, то же самое. Его, конечно, будут быстро сливать, но посмотрите, как он героев шатает. Практически остались там одни Анубисы. Так. С этим, в принципе, разобрались. Поехали. Посмотрим. Где его посмотрим? Давайте посмотрим здесь. Надеюсь, он у нас вылезет. И сделаем, прокачаем ему девятку уже. Вот отлично. Смотрим. А, их тут энергию у него забирает стрелок. Так, все, он покинул. Так, окей. Ну вот так вот остались все. То есть, по сути, два залпа или один, и все вылетают сразу же. Сейчас добьем, посмотрим уже до конца. Конечно, тут у меня и Фрея есть. Может, их салют, хотя вряд ли, думаю. Ну вот и все. Вот вам Анубис, максимальная сборка. В принципе, если попадает, нереально просто выжить. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали, следующий вариант. Давайте еще на аренку забежим. Я не знаю, правда. Да, тут, к сожалению... Хотя вот неплохой вариант у нас есть. Посмотрим. Здесь его. А, он у меня даже есть. Сможет ли он затащить? А, нет, его сейчас снесут, скорее всего. Да. Так, ну-ка еще попробую по другой дорожке его пустить, если получится, конечно. Ну, Ара, скорее всего, сейчас опять его заблочит. Да, без вариантов. Ладно. Поехали, делаем ему максималку и уже будем тестировать на десятке. Так, ну, максимальный уровень урона, в принципе, больше вы ничего тут не сделаете. Девятка, 190%. На 5% меньше урона, не знаю, или это будет сильно ощутимо, но мы сейчас это проверим. Поехали обратно же сюда. В принципе, его тут можно даже так выпускать. Ну, смотрите, по-моему, круче намного. Я даже не кидал сейчас усиление, не давал усиления, но он сносит намного лучше. Просто соло себе может вынести. Надо будет попробовать. Так. Хорошо. Давайте ради интереса еще забежим. Вот сюда и пойдем уже тестировать его на PvP локациях.
Кинем ему ремочку. Напишите потом в комментах, какой вы урон увидели. Ну, в общем, вот как-то так. Сносит, конечно. Ну, в принципе, он здесь будет относительно одинаково сносить. Плюс-минус, так как он процентуально от жизни сносит. Ну, по этому, по седьмой было видно, что намного лучше без бафа. Мы, в принципе, сносили намного больше. В принципе, явно седьмая, явный показатель того, какой урон у него. Так, убираем отсюда грубую силу. Ставим просто восьмую ремку. Так вот. И поехали. Сейчас его по локациям протестируем. Вот начнем с этого же друга. Жестко, ребят, это реально было жестко. Конечно, он ушатался там сейчас. Но смотрим. А, я не успел. Сейчас по центру еще его закинем. Это было жесть. В одну калитку просто. Без смс-регистрации. Так, смотрим, чья Нубис круче. Ну, у него по-любому больше сейчас снесет. Так как у меня один получается герой, а у него больше, у него шкала жизни намного выше. Но его вариант не катит здесь. В общем, как-то так. Не знаю, кого мы тут еще найдем интересного. Надо в топ подниматься будет. Да уж. Вот есть кто-то с хранителем еще, давайте. Просто один хранитель остается и все. Сейчас, если у него энергию, конечно, снимут, наверное, скорее всего. Жесть, что он чудит. Просто Unreal. Ладно, поехали на забытую. Здесь, думаю, будет очень интересно на него посмотреть. Именно такой вариант. Конечно, удивил. Скажу честно, очень удивил. Правда, у меня противники тут не ахти, но что есть, то есть. Поехали. Ну, тут не особо, я вам скажу, смотрите, его под молчанкой, конечно же, слили. Надо будет, наверное, попробовать сейчас кого-то поставить впереди. Может, тогда получше будет. Сейчас попробуем против него же. Так, экспедиция, нет. Пробуем. Правда, на меня молчанку, в принципе, сейчас тоже наложит. Хотя бы ради интереса посмотреть. Он кританул. Это было жестко. Так, ну череп его, наверное, снесет или нет? Он против Рину. Жесть. Просто жесть. Что я могу вам сказать? В принципе, вы сами все видите. Это без всяких бафов.
То есть, если поставить ему еще хранителя, поставить там кучу разных бафов, в принципе, он будет, наверное, выносить просто в одну калитку. Сейчас, может, кого-то еще встретим. Ну, я думаю, что порочный пак на девятку есть смысл качать. Вот, кстати, бугиман есть. Поехали. Печально, конечно. Думал я, бугиман тут прокачанный, но увы. Вот на хранителя он, наверное, блин, хранитель обычный. Нету, к сожалению, каких-то топов. Сейчас, может, еще одна там попытка у нас есть, встретим. Но, как видите, сейчас еще в райд зайдем, посмотрим, что в райде он покажет. По урону очень жестко получается. Ну, седьмая кошмарка проходится, в принципе, одним героем. Это жестко. Может, вот этот. О, отлично. Жесть. Он, конечно, тут об хранителя шатается. Сейчас мы попробуем. Есть у меня, есть карточка. Попробуем сюда поставить хранителя. Блин, где-то я уже потерял своего хранителя. А, вот он. Посмотрим под бафом. Если только гляну, или на нем римка стоит. Скорее всего, что нет. А, есть римочка. Берем так, чтобы не особо убивались. Где-то приблизительно, наверное, то же самое. Вместе с хранителем просто будут сейчас выносить под бафом. В общем, что могу сказать? Это реально жестко, конечно. Это немножко и перебор, я бы сказал. Не бабулька, давай. Покажи, кто здесь. Супер класс. Вот так их всех шатай. Вот он, бабулька с утикахой. Решает. Ну, такая вот, ребята, у нас получилось. Не знаю, то ли имба, то ли не имба, но реально жестко. Он что с восьмеркой был офигенный, что вот с девяткой. Ну, смотрите на... Ну, тут еще смотритель, скорее всего, бьет нехило. Сейчас попробуем. Против Фрея, ну, контачит, конечно, он жестко героев. Сейчас я уберу зеленого смотрителя, попробую. Вместо седня поставлю. Так вот. Все, нету у нас смотрителя. Ну, я бы не сказал, что особо много дамажит. Ну, тут таблетки играют роль, короче, очень много факторов. Но для подземок, для локации, где мы его только что видели, очень-очень круто.
Это что было такое? Я себе. Жестко, я вам скажу, это реально жестко что-то. Так, надо еще разок расту без юнитов найти. Блин, эти стрелки фраи не дают нормально заюзать. Ну, половину выносит жизни, а вот Афина просела ровно наполовину. Без вариантов дальше, конечно же. Да, он будет шататься в любом случае, но, в принципе, вы видели все, что он может. Я показал вам так. Дальше будем уже на атаке фортов его тестить, даже вот в такой вот сборке с уроном, возможно, посмотрим. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.